Итак, мы поговорим о друзьях. Да. У меня друзей, ну, примерно, из всего моего возраста, с моей точки зрения, с возраста моих лет, а мне уже будет 50 лет, дай это Бог, если Господь Бог даст мне эту возможность, их всего 20, ну, не более того как. Давайте все-таки определимся с друзьями по школе. Так вот, друзей по школе у меня всего один человек. Ну, был второй, только он меня куда-то послал подальше. Ну, да ладно, его проблемы. Друзья детства. Две штуки. Все остальное уже однокашники с института. Ну и так с теми, с которыми я реально познакомился. А, не, вру, у меня еще один школьный друг тоже есть. Два, правда, уже на том свете. Да, ну, так вот случилось. Не все мы живем бесконечно. Теперь ваши друзья школьные, наверняка они будут кичиться, да, сказать, что вот я с вот этой дивной машины сдернул лейбл с намордника, сдернул шильдик с багажника, разбил стекло и ударил по решетке радиатора. Это ваши друзья или это не ваши друзья? Я бы вам порекомендовал досмотреть фильм, ну, мой сериал, который я реально повторяю уже, кстати, достаточно давно. И там мой телефончик есть. Позвоните, пожалуйста, мне. То бишь, вы должны понимать, что он наделал. Он взял и попытался уничтожить чужую машину. Это было плохо. То есть вы должны понимать, это ваш друг или это не ваш друг. И когда мне говорят, что вопрос стукачества, я говорю, извините, но я был в Америке, там никто не выбрасывает мусор. Я был в Германии, там никто мусор не выбрасывает. Я в Великобритании был, там все то же самое, там идеальный порядок. И это не стукачество, это просто люди объясняют, что так жить нельзя. Да, естественно, они за это дело получат. И вы также получите денежки. Сколько они стоят, столько я вам и заплачу. Вы мне просто этого человека покажете, а потом мы с ним разберемся. И вот в чем вопрос. Если мы будем таким образом жить, то удовольствие в нашей с вами жизни будет гораздо больше.